Жизнь коротка, искусство вечно. И целой жизни обычно не хватает для того, чтобы ощутить в полной мере волшебство высоких вибраций. Но в 2 шагах от Рублевского шоссе, на Крылатских холмах, в клубе галереи «Крылатский орнамент» высокое искусство становится близким и осязаемым, а жители Крылатского и Кунцева – настоящими счастливчиками, выигравшими в лотерею жизни. Музыка, вокал, театр, литература, танец и изобразительное искусство здесь сплелись в редкой гармонии. А в этот осенний день посвященные с нетерпением ждали в гости балерину Большого театра Анастасию Денисову. Есть такой актуальный формат общения публики и артистов, когда в небольших по размеру клубных залах для избранной продвинутой аудитории выступают со своими программами известные артисты, и эти выступления обладают какой-то особой магнетической аурой. Здесь главное не гонорар или объем зала, а редкая для современного мира возможность близкого доверительного общения, обмена энергиями, создание дружественной творческой атмосферы талантов и их поклонников. Когда ты, зритель, запросто можешь поговорить со своим кумиром, а артист может оценить свои возможности, силу воздействия собственной харизмы face-to-face, лицом к лицу. Ведь в таком формате никакого барьера между публикой и артистом просто нет, как в Крылатском орнаменте. Очень приятно. Во-первых, люди, которые не могут попасть в театр, я им показала маленькие совсем отрывки из балета, но, может быть, удалось передать хотя бы частичку того настроения, которое может передать настоящий большой балет полностью от первого до второго, третьего акта. Когда люди уходят с спектакля, и я вижу улыбки, радость и слова благодарности, больше ничего, в принципе, артисту не нужно, кроме этого. Это самое важное. Это очень важно, и на самом деле я не считаю, что сейчас какой-то упадок, то есть люди интересуются, даже вот здесь, в Крылатском, везде, абсолютно, по всей Москве, и я не раз участвовала в каких-то мероприятиях, люди смотрят, людям нравится, и это прекрасно, я считаю, чем больше, тем лучше. Это облагораживает людей, душу их, это здорово. Ой, это много входящих пунктов. Во-первых, это доставляет удовольствие в плане, ты в каждую роль вкладываешь себя и тем самым становишься более богаче внутри, душевно, с каждой партией новой. И это, во-первых, закалка характера, это как-то более к жизни, мне кажется, люди относятся в творчестве более трепетно, чем, может быть, не приобщенные к искусству. Мы, мне кажется, особенные люди. Я считаю, что самое главное – это обогащение нашей души благодаря искусству. Изумительный концерт. Я очень рада, что я вообще познакомилась с галереей в Крылатском. Не то слово, не то слово. Я сама балетом занималась в юности. Изящество линий рук, ног. Мне редко приходится фотографировать именно балерину. Замечательно, очень понравилось. Но это уже третья акция, которую мы проводим с артистами Большого театра. Первое выступление у нас было 2 года назад. Это солистка балета Большого была Дарья Хохлова. Потом была Ксения Керна. И вот в этом году у нас Анастасия Денисова, сейчас восходящая звезда Большого театра. Конечно, необходимо, потому что это очень хорошая акция. В чем? Что люди, которые не все могут попасть в Большой театр по разным объективным и необъективным причинам. А здесь вот как бы артисты приезжают, и это вот то, что, как говорится, нести искусство в массу. Вот именно то же самое, то, что работа та, которую делаем мы, как бы культурно-просветительская работа. И артисты отзываются, приезжают, это очень хорошо. Это очень интересно, и просто не все это понимают, все сразу вопрос встает. Зачем, почему большие залы, да, то есть какие-то Крокус Сити Холл, а вот те артисты, которые это понимают, это всегда было и до революции такой формат общения, и на Западе это принято, и вот, слава богу, что те артисты, с которыми дружим мы, они это понимают и приезжают, и принимают участие с удовольствием. Ну вот этот замечательный зал, клуб-галерея «Крылатский орнамент», территориальной клубной системы Кунцево. Здесь Александр Иванович Шевляков, заведующий, который проводит огромное число выставок, мероприятий, концертов. И сюда приезжают артисты Ермоловского и Малого театра, Московской консерватории, филармонии. Художники приезжают с разных мест, из, ну, все города России крупные охвачены, и Санкт-Петербург, совместно с посольствами акций. То есть здесь вообще замечательный зал в Крылатском, который по уровню может равняться с другими залами, не может равняться, а превышает этот уровень, просто считает, что если далеко от центра, то ничего не может быть, да все может быть. Ну, наша задача дарить жителям нашего Крылатского и тем, кто приезжает из города, а к нам приезжают много из разных районов Москвы, мы хотим отдарить настоящее искусство, то есть прекрасная живопись, изобразительное и прикладное искусство, и дарить им лучшие образцы русской и западноевропейской музыки. Для этого мы приглашаем участвовать в наших концертах, ревью у нас бывает разного жанра, разного направления такие музыкальные вечера. Мы приглашаем исполнителей наших, московских, из других городов. У нас из Самары выступали артисты, из Петербурга, из-за рубежа, из Польши, из Бразилии. Был пианист однажды у нас даже. Из других стран тоже, из Европы. Главный критерий, чтобы это мастерство и гуманистическое отношение к своему творчеству и к жизни. И в этот раз клуб-галерея «Крылатский орнамент» не разочаровал своих поклонников. Роскошная музыка и пение никого не оставили равнодушными, а VIP-персона дня Анастасия Денисова была ожидаемо, грациозно, очаровательно, убедительно в своем танце, а также блеснула харизмой и умением излагать свои мысли в общении. Сотрудники «Крылатского орнамента» постарались обеспечить максимальный комфорт артистам и зрителям. Спасибо всем за высокие вибрации настоящего искусства. И в заключение один маленький полезный секрет для тех, кто в теме. Если вы пришли на концерт и у вас нет пригласительного билета, а в зале уже нет свободных мест, обычный складной стул, который вы предусмотрительно принесли с собой, послужит гарантией доступа в зал. И помните, жизнь коротка, искусство вечно. Поторопитесь, друзья. Рублевка ТВ. Не только для тех, кто живет на Рублевке.